Привет, дорогой зритель. У меня в руках камера OMD EM10 Mark III Olympus. Как узнать пробег у камеры Olympus? Это работает и на OMD EM10 Mark 1, 2, 3, пятерки и однерки в том числе. Итак, нам нужно зажать кнопочку меню, включить камеру, отпустить. Нажать еще раз кнопочку меню. После чего мы переходим вот сюда вот, в ключик. Переходим в настройки цветопередачи. Выбираем вот эту вот часть правую. Заходим, нажимаем ОК. У нас открылось. То есть включилось, можно пользоваться. Но мы увидели, что мы должны дальше сделать. Нужно нажать вверх, вниз, слева, право, кнопку спуска и вверх. Все, собственно, мы видим пейдж номер. Ну, первая страница, вторая, третья, четвертая. Собственно, вторая страница, верхнее число, количество срабатываний затвора получается 4626. Всего-то. На странице номер 3, собственно, серийный номер камеры, серийный номер матрицы, не помню. Но всю информацию вы эту можете вычислить уже. Самое главное было добраться до этого меню. Ну и вы увидели, как это сделать. Все. Если понравилось или было полезно, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Там же оставлять свои комментарии, если хотите поддержать канал. Все ссылки в описании. Спасибо, удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока.